Советских детей ни родители, ни тем более государство особо не баловали. И хотя игрушки в магазинах были, купить их не всегда получалось. Поэтому искать выход из ситуации приходилось самим. Девчонки, к примеру, заменили настоящие куклы бумажными. В 70-х годах их печатали в детском журнале «Веселые картинки» и в изданиях женских, типа «Крестьянки». Очень редко можно было найти целую книгу с куклой и нарядами к ней. Стоила она дорого, около рубля. Поэтому приходилось неделю экономить на обедах в столовой. 13-летняя Ксения в куклы давно не играет. На днях решила избавиться от игрушечного склада и нашла совсем новенькую книжечку с бумажной куклой. Руки сами потянулись к ножницам. Ведь каких-то 5 лет назад игры с такими куклами были любимым занятием. А самым увлекательным было строить дом для игрушки. Мы в тетрадях рисовали им комнаты, а на самой тетради писали как номер квартиры, и внутри нее были и постель, и кухня, и все в этом роде. Этому Ксению научила мама. Ольга сама в детстве очень любила играть бумажными куклами. Говорит, в Советском Благовещенске книжек для вырезания этих игрушек не продавали. Поэтому они с подружками рисовали бумажных девочек сами и включали дизайнерские способности. Придумывали разнообразные фасоны платьев, юбок и костюмов. Где-то хотелось чувствовать, что это ты. Как ты будешь выглядеть, когда станешь красивой, стройной девушкой? В советские времена одежда была у всех, ну, как бы одного фасона, да? Здесь мы придумывали различные там и мини-юбки, и макси-юбки. Кстати, изначально в Европе бумажные куклы для того и начали выпускать, чтобы придумывать новые фасоны одежды. История бумажных кукол началась еще в 18 веке. Именно тогда появились первые куколки с одеждой для вырезания. Впрочем, в то время их использовали только модистки, чтобы наглядно демонстрировать новые фасоны шляпок и одежды. И только в 1810 году в Лондоне выпустили первую бумажную куклу для девчоночьих игр и назвали ее «Малышка Фанни».